Добрый день! Ни для кого не секрет, что все люди делятся на две категории. На тех, кто хочет купить кондиционер, и тех, кто тщательно это скрывает. За маской недоверия к благам цивилизации, дарующим различные респираторные заболевания. Разрушители мифов в следующем сезоне нашего ситкома. Ну а в этом я встану на сторону тех, кто решительно настроен приобрести чудо техники. В безумном количестве брендов, представленных на рынке, разобраться сложно, но можно. Поисковики вам в помощь, если есть время. Для тех, у кого его нет, не углубляясь в подробности, резюмирую. Если при выборе бытовой техники вы отдаете предпочтение известным торговым маркам, ставите во главу угла качество, надежность, функциональность, ваш выбор так или иначе остановится на японском кондиционере. Как раз сегодня я расскажу о ярчайшем представителе этого класса – кондиционере серии Deluxe Light от Fujitsu. Компания Fujitsu General Limited занимается производством климатического оборудования 60-х годов 20 века и, нужно отметить, серьезно в этом преуспела. Fujitsu входит в топ-5 самых популярных кондиционеров в 32 странах мира. Ну что ж, давайте оценим одно из творений японцев. Я бы сказала, технологический драйвер – серию Deluxe Light. Название серии говорит само за себя. В основе конструкции блока – выдвижная лицевая панель. Однако, внимание дизайнеров данной серии привлекает не только оригинальная фронтальная панель, но и тонкий корпус, всего 185 мм. Под панелью размещена система очистки воздуха, состоящая из двух фильтров – яблочно-катехинового и ионного. При регулярной промывке фильтры обеспечивают чистоту воздуха, циркулирующего в помещении. В помощь тем, кто может забыть о регулярной очистке фильтров, предусмотрен индикатор загрязнения фильтра. Установить периодичность очистки не сложнее создания напоминаний в вашем смартфоне. Если говорить о функционале, то Deluxe Light можно сравнить с топовой комплектацией престижного автомобиля. Кроме основных, можно сказать, базовых функций, есть еще множество дополнительных, отчего испытываешь приятное чувство гордости. Вас привлекает интеллектуальная техника? Встроенный в кондиционер датчик Human Sensor контролирует движение и температуру и определяет присутствие людей в помещении. Если никого нет, кондиционер переходит в режим энергосбережения. Как только в помещении появляются люди, система возобновляет работу в обычном режиме. Кстати, об установках. Все они осуществляются с пульта управления, не сказать о котором я просто не могу. Кондиционер Deluxe Light и пульт Deluxe Light. Все многообразие кнопок скрыто за выдвижной панелью пульта, а удобное расположение часто используемых позволяет настроить режим работы одним прикосновением. Только что мы рассмотрели одного из ярких представителей в мире японских кондиционеров – Deluxe Light от Fujitsu. О других не менее интересных моделях кондиционеров Fujitsu мы поговорим чуть позже. Пока-пока, до новых встреч!